Всем привет-привет, это канал Котики на Котиках, и сегодня у нас будет распаковочка. Подарочка. Подарочка. Помнишь, ты говорила, да, что у вас там кто-то с ножом приходил в школу? Да. Вот если тебе ножик подарить, ты будешь с ним в школу ходить? Нет. Правильно. Ножик нужен для чего? Чтобы цветочки резать. Ну, или там колбаску. Колбаску не надо, лучше цветочки. Лучше цветочки? А хочешь себе ножик от Гарика Бульдога Харламова? Какой это? Бульдожий. Я посмотрю. Но бульдог. А зачем ты разрываешь, если оно открывается? Вот так, да. Привыкла разрывать. Да. Там еще наклейка. Покажи в камеру, то не видно наклейку. Вообще ничего не видно. Но это... Маленькая карточка. Да. Нет, теперь бульдога покажите. Во. Наклеечка. А теперь нож бульдог. Аккуратно, он очень-очень острый. Аккуратненько. Все в целях безопасности. В каких целях безопасности? В опасных целях безопасности. Красивый? Ну, надо же им что-то распаковать. Да. Например, вот такую колбасу с беконом, как ты любишь. О, смотри, как. Режет остренько. Остренько? Она два раза прорезала. Насквозь. Насквозь. А ну покажи на дырку, которую прорезала. Вот тут прорезала. Да, теперь берем вот так вот, ложим бумажечку, ложим бумажечку, чтобы ножиком не порезать ложим стол. Маленькую колбаску, отрезаем маленький кусочек и пробуем. Ну и как вам? Вкусненько. Приготовим. У нас сегодня у нас в программе мини-кухня. Мини-кухня. Будешь нож в походике брать. Молекулярная кухня. Да? Да. Я смотрю, тебе нравится прям. Прям мини-колбаска. Аккуратно, он очень острый. Боже. Спасибо. Маленький кусочек. Пойдешь, а потом бабушку угостишь. Хорошо? Ну а пока у тебя есть ножик для распаковки. Колбаску ты потом поешь, хорошо? Угу. Вот тебе вкусняшку, которую ты любишь. Фиолетовую. Можете распечатать. Берем. Все в целях безопасности. Да. Так. А зефирку там мы любим? Котики на котиках. Немножечко. Немножечко? Немножечко. Это маршмеллоу. Голубой фиолетовый. Вкуснотища? Черненький. Можете свой ножичек, бульдожичек положить обратно в кобуру. Аккуратненько. Его можно даже на брелок повесить, да? Аккуратненько берем стол. Аккуратненько его вытираем. Да вы что? Дайте салфеточку, пожалуйста. Сейчас дам. У меня как раз есть салфеточка. Тоже мини? Нет, обычная. Вот. Возьмите. Все, теперь можно складывать, да? На нем вот такой хороший рисунок. Ты же покажи, чтобы всем было видно. Что он не просто какой-то, а из дамасской стали сделанный. Все, ложи в ножны его теперь. Как тебе? Для куколки подойдет. Ты неправильно положила. Вот так, да. Теперь застегнуть надо. Для кукол, говоришь, подойдет? Для походов подойдет. На море поедешь, да, опять же? Колбасу порезать в поезде. Есть чем. Что там такое? О, красота! Нравится хоть? Довольная? Ну а где ваши? Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мы вам прикрепим вот такой маленький ножичек.